кажется, вместо него. Ну, если надо, конечно, съезжу. Но это неправда. Он влезет в свои 105 и сделает всю Украину, да? И сделает, просто сделает. Шо себе? Я поехали все. Так, соревнования проходят, левая рука уже отборолась, я не выступал на левую руку. Киев, Кличко Экспо, я выступаю в 105-й категории, постараемся взять первое место. Давно я не выступал ниже, так сказать, плюсов, поэтому посмотрим, что и как будет. Смотрим, идет разминка, и начинаем правую. Итак, ребята, закончились соревнования, я занял первое место в 105-й категории, и в абсолютной категории я стал первым. Что могу сказать? Форма сейчас, конечно, очень слабая, по сравнению с той, когда я боролся с участниками топ-8, но для этих соревнований хватило. Это был чемпионат Украины, и я его выиграл. Следующий уровень – это чемпионат Европы. Идем туда и тоже занимаем первое место. Все, все тренируйтесь и не забывайте подписываться на мой канал. Тяжкое утро после перемоги. Ой, так важко, страшно, так. It's in your... Или выживай, я заболел.